По сложившейся традиции, перед началом соревнований прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам от городских властей, депутатского корпуса, ветеранской организации афганцев и клуба любителей бега. Закономерно то, что он проходит именно в нашем районе, именно в этом парке, потому что в первую очередь идея и проведение его было, это как марафон памяти. И помимо, приятно то, что помимо памяти, мы тем самым приобщаем всех наших жителей к здоровому образу жизни. И еще более приятно то, что этот марафон с каждым годом набирает обороты, увеличивается количество участников, и он уже стал международным. Постоянную прописку в парке воинов-интернационалистов легкоатлетический пробег «Память» получил 3 года назад. Именно сюда из 3 стран – России, Украины и Беларуси – съезжаются любители бега. Некоторые открывают весенний легкоатлетический сезон, а кто-то использует брестский старт как продолжение бегового сезона. Я в этом забеге принимаю участие уже 2-й раз. И во 2-й раз пригласила свою подружку из Минска. Девушка приехала из Минска, чтобы принять участие в забеге. Ну и почтить и память, совместить как бы и приятное, и с полезным. Участвовали, конечно, вдвоем в забеге 8 марта, да, обязательно. То есть это у нас уже традиционный забег. А сюда, да, вот меня пригласили девочки, очень приятно. Но тем более такое событие, такой повод. Вот, мы вот решили тематику поддержать. Вот, то есть это очень значимое событие. Готовились, то есть не только, да, в плане бега, не только в плане пробежки. По традиции первыми стартовали ветераны-афганцы. Дистанцию в 1 километр брестские интернационалисты прошли дружно и даже финишировали вместе. Для них этот пробег скорее символ единства с братьями по оружию, чем соревнования. Эмоции, конечно, переполняют нас. И мы, когда вот начинаем эти мероприятия, мы всегда помним о наших друзьях. Мы собираемся не только во время таких кроссов, когда вспоминаем своих друзей, но и на других мероприятиях, которые проводятся в городе Бресте. Всегда помню своих товарищей. Организаторы подобрали трассу по силам каждому. Проверить свою спортивную подготовку любители бега смогли на дистанциях 1, 2 и 10 километров в 7 возрастных категориях. В планах организаторов поддержать интерес к бегу среди горожан и провести брестский полумарафон. Этот полумарафон у нас пройдет 24 июня. Мы впервые в городе Бресте будем проводить такой большой пробег, в котором будет участвовать несколько дистанций. Дистанция 2 километра, 5 километров, 10 километров и сама дистанция полумарафона. Сам интерес полумарафона будет именно в том, что он пройдет по центру города. Регистрация уже открыта. Всех желающих принять участие в нашем полумарафоне приглашаю зарегистрироваться на сайте Брест Полумарафон. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.